К ветеранам Усть-Усы приехали помощники. Студенты усинского филиала Ухтинского государственного технического университета решили помочь сельчанам на тяжелых летних работах. Волонтеров поддержало одно из местных геолого-разведочных предприятий. Оно обеспечило молодых и инициативных людей транспортом и стройматериалами. Константин Куратов убедился, волонтеры поработали на славу. Гордое название «волонтер» местные студенты носят уже третий год подряд. Каждое лето юноши и девушки выезжают в усинскую глубинку, чтобы там, на месте, помочь ветеранам с ремонтом и заготовкой дров. В этот раз это Усть-Уса. На объектов в Усть-Усе мы уже не первый год. Вот. Конечно, тяжело помогать, потому что мы люди городские, ну, непривычно. Но, тем не менее, когда ты знаешь, что ты делаешь добро, это всегда тебя стимулирует и... Тебе хочется делать и еще раз приехать и помогать нашим ветеранам. Помощь в приобретении стройматериалов волонтерам оказало одно из геолого-разведочных предприятий. Оно же доставило студентов и в сам поселок. В наше время надо сейчас уважать, чтить ветеранов. И компания «Усинсгенефть» в лице генерального директора всегда этому стремится. А волонтеры – это хорошее движение. И пускай оно процветает и помогает всегда ветеранам. Сами ветераны о помощниках отзываются с теплотой в голосе. Спокойные, хорошие, любимые, вот, хорошо делают, молодцы. Я бы сам так не смог делать. В итоге всего за два дня работы волонтеры заготовили 30 кубометров дров, установили два забора, а также обновили двери в домах ветеранов. Константин Куратов, Мария Калинина, Денис Худин. Телеканал «Юрган», Усинск. В пятницу, 7 июля.